Поляризационный фильтр – это один из самых любимых фильтров у фотографов. Он позволяет затемнить синее небо, сделав облака более выразительными, а также ослабить дымку. Кроме того, поляризационный фильтр может убрать отражение света от воды и листвы, сделав цвета более насыщенными. Штука очень полезная, но очень дорогая. Однако часто такие фильтры мы просто выкидываем. Ведь поляризационные фильтры используются в жидкокристаллических экранах. Мы разобрали старый мобильный телефон и вытащили оттуда экранчик. Поляризационный фильтр представляет собой пленку, но мы не стали ее отклеивать для того, чтобы она не скручивалась, и на ней еще могут остаться следы клея. Проверить, работает ли поляризационный фильтр, вы можете на любом жидкокристаллическом мониторе. При определенных положениях фильтр начнет затемнять излучение ЖК-экрана, отсекая идущий от него поляризованный свет. Качество, конечно, не сравнится с фотофильтрами, но почему бы не попробовать? Возьмем фильтр и просто приложим к камере смартфона. Изображение становится более насыщенным. Не забудьте, что для достижения нужного эффекта фильтр нужно вращать, выбирая его самое удачное положение. Здесь можно видеть, как мы поворачиваем фильтр, и небо становится темнее. Облака на фоне более темного неба видны более отчетливо. Также пропадает отражение света на окнах. Однако имейте в виду, что эффект будет зависеть от того, с какой стороны падает свет. Так что экспериментируйте. Поляризационный фильтр активно используется не только в пейзажной съемке, но и при фотографировании предметов, для того, чтобы убрать блики со стола или других блестящих объектов.